Увеличение количества бродячих животных вызвало недовольство западноказахстанцев. В своих обращениях в нашу редакцию зрители рассказывают, что их пугают группы животных возле детских садов, поликлиник, мусорных баков. Люди не знают, что делать в такой ситуации и как обезопасить своих детей. Какая работа ведется в этом направлении, узнали наши корреспонденты. Одна из актуальных проблем наших дней – увеличение количества бездомных собак. Как отмечают специалисты, со стороны населения поступает все большее количество жалоб. Сегодня работу по отлову и биостерилизации бродячих животных выполняет две бригады. Услуги по отлову бродячих собак на территории области осуществляются ветеринарными станциями на местах, а услуги биостерилизации в таких районах, как Акжаек, Жангала, Касталовка, Каратубе, Теректе, оказываются Таскалинской районной ветеринарной станции. А в других районах данная услуга оказывается местными ветеринарными станциями. С начала года по области отловлено 5930 животных. Из них 3790 прошли биостерилизацию. В этих целях из бюджета области выделено 66,8 миллионов тенге, а на областной центр 28 миллионов тенге. С 1 сентября этого года в стране введен обязательный учет домашних животных. Начался обязательный учет домашних животных. Постановка на учет проводится за счет оплаты владельца животного в государственной ветеринарной организации либо в частной ветеринарной клинике. А владельцы животных, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, данная услуга в ветеринарных станциях оказывается бесплатно. С этого года за нарушение правил содержания и выгула животных полицейскими составлен 285 протоколов. И наложен штраф на сумму свыше 5 миллионов тенге. Мольдер Садыргалиева, Нурлан Кунашев, Асылбек Абикенов, телеканал ТДК 42.